Экономисты России отметили профессиональный праздник. В Доме правительства состоялась торжественная церемония награждения. Отметили те, кто за долгие годы работы показал хорошие результаты в профессиональной деятельности. В чем суть специальности и о значимости профессии, расскажет Альбина Ламкова. В зале собрались те люди, которые тесно связаны с цифрами. Каждый из них выполняет невидимую рутинную работу, но результат их деятельности очень важен. От их точного расчета и благоприятного прогноза зависит процветание любой отрасли. В роли предсказателя, основываясь на фактах, выступают экономисты. Это сравнительно молодой праздник и отмечается всего 8 лет. Но экономическая история России, конечно, насчитывает столетия. На разных ее этапах деятели экономической сферы сталкивались со сложными вызовами, которые преодолевались благодаря своевременным и выверенным экономическим государственным решениям. Наше непростое время не исключение. От современных экономистов требуются высокие компетенции, добросовестность и умение брать на себя ответственность. 11 ноября является днем профессионального праздника экономистов всей нашей страны. Работа экономиста, она подразумевает работу с большим объемом данных, с определенными цифрами, с аналитикой процессов, которые протекают в сфере экономики. Безусловно, это требует и большого умственно-интеллектуальных нагрузок и, несомненно, является одним из важнейших оплотов процветания любого как субъекта и государства. Марина Гачияева работает экономистом с 2008 года. Начинала трудовую деятельность в Ободинском районе. Сейчас работает начальником отдела Министерства экономического развития Карачаево-Черкесии. Большинство выпускников школы чаще всего не имеют четкого представления о будущей профессии. Но Марина Гачияева твердо знала, в какой сфере будет трудиться. Профессию выбирала осознанно, шла целенаправленно именно по этому профессиональному пути. Профессия достаточно серьезная, значимая во всех сферах деятельности, в связи с тем, что в каждой отрасли есть экономисты. Экономист – ответственная профессия, это призвание. От его работы зависит очень многое. Они определяют прогнозы и понимание того, в каком направлении должна развиваться экономика субъекта, от которой зависит и благосостояние людей, говорили на мероприятии. Министерство экономического развития – это голова всех министерств, голова всех программ. Хочу вас уверить, что мы все очень ценим вашу работу и надеемся, что вы и в дальнейшем будете же столь же профессионально, столь же успешно ее выполнять. Экономисты обеспечивают слаженную работу организации в самых разных областях. В свою очередь, предприятие определяет устойчивость экономики региона в целом. Труд экономистов отмечают каждый год. И в этом году к благодарностям и наградам было представлено около 100 человек. Очень приятно, что руководство нас выделило для награждения грамотами различной степени. У нас очень дружный коллектив. О своей работе что могу сказать? Трудимся на благо нашего района, чтобы наш район процветал. Стараемся входить в ногу со временем. На церемонии награждения еще раз отметили то, что качество жизни населения и рост инвестиционной привлекательности будет, как и прежде, зависеть от профессионализма представителей экономики. Все ждут высоких результатов от благоприятных и верных прогнозов экономистов во благо нашего региона. Альбина Ламкова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.